Раз, раз. Для вас сегодня выступает рок-группа «Зефир». Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Я тебе отдам, все тебе отдам, солнце и луну, ты идешь ко дну. Ты уже на дне, жалкий человек, неприятный сон, прошлогодний снег в твоих глазах. Ложь и пустота, ложь и пустота, пустая пустота, с чистого листа, дикие места, доживи до ста, сосчитай до ста. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Итак, а пока своя рок-группа «Зефир» собирает свой поломанный инструмент, мы уже ждем результата потом. Используем инструмент, инструмент используем! Я не могу, я умираю от умиления. Рок-н-ролл, вы молодцы. Господи, я хочу оставить его себе, но отдам потом. Ладно, так и быть. Толик? Это Толик. Познакомьтесь, пожалуйста. Это музыкальный инструмент. И Федя. Музыкальные инструменты рок-н-ролла. А итак, у Феди тоже два лица? Или только одно? Нет, только одно. А как так? Итак, наше жюри уже готово подвести итоги. Оно уже передало все итоги нам. И ну сейчас что? Мы узнаем, кто же у нас стал победителем. И подглядывайте. А я уже все видел. Так, ну что ж, дорогие друзья, барабанная дробь. Третье место у нас разделили с вами две команды с результатом 18,5 балла. Третье место занимает отряд «Дэнс» и театральная студия.